Привет, ребятишки, смотрите, что я купил. Билетик на мотор-шоу. 100 бат всего стоит. И самое удивительное, что одинаково стоит для иностранцев и для местных. Как тоже требуется записать имя и номер телефона. И смотрите, она меряет температуру удаленно. Прикольно. Ин. О, сколько всего разного, много. Рекламируют пленку. И домишки. Здесь тоже надо чекиниться. Да ладно. Макларен. ตอนนี้นะฮะหลายคนบอกว่าทำไมถึงลดขนาดนี้เพราะว่าเป็นโปรโมชั่นลดโหดมีโปรโควิดแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีนิดนึงนะคะในไลฟ์คนเยอะมากสวัสดีคุณ NK ยาโรงนะคะกำลังสนใจวันนี้นะมีโปรอะไรบ้างอย่างที่ใหญ่บอกก็สักครู่นี้ค่ะนี่เลยงานโปรสยองค์นะคะจาก 6,000 เริ่มต้นตามปุ๊บ 5,000 บาทและรับไปเลยค่ะนี้ก็คุณหนูเอาไปซ้ำเผื่อได้เลยนะจ๊ะนี่ก็โหเรียกว่าโปรโมชั่นแบบชิลมากเลยนะครับสวัสดีสำหรับผู้ชมเพจทุกท่านนะหลังจากนั้นเลยนี่คุณเอ็นเคบอกทีแชร์ให้เรานะน่ารักมากเลยรอรับได้เลยนะคะคุณนัทพนันดีอุ้ยคุณนัทสกุลต่างประเทศโปรโมชั่นเอ็มซีน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่ารักAni прямо сразу устремляются, если что-то снимаешь. А вдруг не достанется, вдруг ты все заберешь. Мазера, о, Мазера. Трофио. Сегодня такой за мной ехал, и я за ним. Вообще круть. Ну, Мазерати, конечно, внешне обалденная. Смотри, какая акула. Где девки? О, Астон. Астон, хочу. Хотеть не вредно. Роллс. На заднице.
Вот это дизайн, вот это да. Крутота. А это что, очередь на потрогать Тойоту, посмотреть? Ого! Мне еще повезло, я с утра пришел. Не, ну сейчас-то вечер. Но Тойоту я бы купил, несмотря на то, что машина довольно, как сказать, ничем не примечательная. Но в этом ее и плюс. Смотрите, новая модель Corolla Cross. Больше миллиона. 200. 1 200 000 Бат. Бат. Легендар. Новый рестайлинг Фортунера. Вообще клевый. Я бы взял. Внешне не нравится. Но машина хорошая. У меня практически такой же был. Lexus. Никого нет. Mazda довольно оживленно. Honda мало народу. Дорого стоит Honda. Любит весь. Соблюдайте дистанцию. Nissan Black Edition, но красного цвета. Не, я не пойду. Мне здесь нормально.